Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Это может быть опасно. Головин. Смол. Тут может что-то получиться. И есть гол. Игра началась. Смотрим. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Пока неплохо. Решил пробить. Отлетает мяч от штанги в ворота. Гол! Тем временем у нас 3-1. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Головин. Надежно играет защитник. Атака прервана. Тут решил пробить. И есть гол! Ну что, битва не окончена еще. Смотри, какой разрыв отыграли. Да, добраться до лидеров, да еще вот так вот настырно, это уже подвиг. Посмотрим, что будет дальше. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Здесь защита справляется, мяч отобран. Смолов. Самедов. Атака очень перспективная. Нужен. И это должен быть гол! На такие голы можно смотреть бесконечно. Шедевр. Очень здорово сыграно. Увидел партнера, моментально выложил передачу и все. Плюсуйте единицу. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? О, прошла передача. Можно выходить к воротам. Смолов! Ох, какой гол! Какой гол! Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. В защите у них явно... Какой момент! Нужно бить! Забивает он гол, да! Да, обидно должно быть голкиперу. Достал он этот мяч, но спасти свои ворота не сумел. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Александр Головин. Пас на ход партнеру. Проходит передача. Что он придумает? Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Может получиться интересная атака. Алексей Миранчук. Есть пространство, есть вариант. Хорошо увидел партнера впереди. Кадр Смолов. Вот так голом они отвечают сопернику. Гвардан. Уверенно сыграл на... Вот. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Кадр Смолов. Ох, какой гол! Какой гол! Подавай! Подача на дальнюю. На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбит. А вот хороший шанс быстро развернуть. Он накручивает соперников одного за другим. Смолов. Александр Самедов. Александр Головин. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. И это гол. Да, впереди команда. И будем считать этот эпизод таким необязательным. Максим Кануни. 30 минут играть осталось. Самедов. Тут может что-то получиться. Подача в штрафную, там есть. Гол! Сравняли они счет. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и... Действительно неплохой получился удар. Если они продолжат так пристреливаться и создавать моменты, гол, я думаю, что все-таки может прийти. Алан Дзагоев. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Прострел. Так, не... отправляет мяч в нижний угол. Александр Головин. Ну же, последняя атака. Не умерла еще надежда на спасение. Бить надо и сравнивать счет. И это гол, гол. Они забивают в самом конце матча. Отличный пас. Проходит передача. Что он придумает? И есть гол. Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Может быть интересно.
Алексей Миранчук. Дмитрий Полос. Пас на ход партнеру. Прошла перед... Шикарный момент! Соперник эту передачу прочитал. Миранчук. Это может быть опасно. Самедов. Отличный удар. На. Великолепно сыграл защитник. Глушаков. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И простреливает. И есть! Александр Самедов. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. А сейчас вперед можно выйти. Сильно пробил. Попал в створ и прошил голкипера команды соперника. Есть варианты, куда сделать пас. Спас он своих. Блестяще сыграл. Федор Смолов. Может получиться интересная атака. Федор Смолов. И есть гол. Футбол на эстадио Ацтека. Едем дальше. Смолов. Есть гол. Отлично сыграно. Пас назад. Что же, иногда это... Бей и выводи команду вперед! И есть гол! Много им времени понадобилось, чтобы счет был открыт. Посмотрим теперь, как пойдет игра. И это чудовищная ошибка вратаря. Можно сказать, что он автор гола. Да, очень неприятный момент. Может здорово выбить эту команду из колеи. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо... Надо забивать! Прекрасный гол! Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле, и нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. Давайте еще раз посмотрим на повтор. Константин, ну нет же ничего проще, чем попасть в пустые ворота. Ну, не обижая тебя, Георгий, у меня есть сомнение, что ты бы попал. Но, как мы понимаем, такие голы, они характерны скорее для хоккея, чем для футбола.